Что у нас по Земле? Если брать в политическом измерении, мы сейчас вернемся к измерению реальному, тому реальному сектору, где всегда главным и серьезным выступала, как политика, это концентрированное выражение экономики, а экономика это не что иное, которое должно измеряться не какими-то статистическими погрешностями непонятными в ВВП, а это должно измеряться всегда в стандартных натуральных показателях межотраслевых балансов. От этого мы совершенно ушли, потому это превратилось сейчас в идеологическую проблему. И эта проблема Земли вылезла, вытекла в информационное пространство, и в политическое в том числе, где сейчас очень интересные идут сражения по этому поводу. Что у нас произошло? У нас фактически в политическом поле по Земле играет роль сейчас опыт, когда старые опытные воины политического поля и политического фронта поставили на растяжку молодых, неопытных, я не буду говорить там соросят или зеленых, а вот молодую, нашу молодую команду. Деякі кажуть зелених соросят. Ну так оно на самом деле где-то есть, близко к этому. Я стараюсь абстрагироваться от названий, отдать нашим зрителям понимание происходящего. Что в политической плоскости произошло? Та же ОПЗЖ, что сделалось. Сегодня, если предыдущий Рахами, скажем так, языком понятным, спалился и рассказал, что если бы не ОПЗЖ, мы давно бы этот вопрос закрыли. Но тут вот Руслана Педляса вот недавно на телеканале «Рада» выдает премиум текстом. Нам написали законодательный спам, 3500 поправок и так далее. Мы начинается расчет. По 14 часов пленарных работа и так далее. На выходе мы аж до июля будем заблокированы. Что же происходит? Даже на теме вот этой земли происходит серьезная политическая игра. Минимум полгода «Слуга народа» будут получать шишки и пендели от избирателя. И на выходе к середине лета, уже там, согласно рейтингам группы «Рейтинг», КМИСа, скажем, того же, кто у нас еще, Разумков, явно и прямо показывают, что общество сейчас разделено, но по поводу продажи земли... Мы едины. Ну, на самом деле, народ ропщет и будет роптать по этому поводу. Но роптать он будет на «Слугу народа». Пока Медведчук поставил их на растяжку, старым, добрым, хорошим способом, как опытный политик в этом всем вопросе, плюс еще и международник. Вот. Он заставил людей проигрывать, ничего еще даже не делая, безинициативно, но тем не менее «Слуга» будет проигрывать. И я еще более уверен в том, что на самом деле там это большинство посыпется. К лету очень серьезно посыпется. Теперь по поводу... Вы маєте на увазі, що безпосередньо сама партія може розсипатися на декілька різних фракцій? Конечно, потому что те интересы, которые их объединяли, интересы стоящих за ними, там, гранты, которые раздают по этому поводу, транснационалы, которые хотят получить этот ресурс в себе, они скажут, ну вы не выполнили задание, будем менять формат. И этот формат будет меняться. За ширмой, естественно, далеко где-то. Зеленский, если будет противиться этому делу, начнутся опять, не начнутся, а продолжатся очередные сливы, прослушки и кадровые изменения, кадровые шатания в спецслужбах и в безопасности того же Зеленского, и в службе безопасности. Ну, плюс насмотрщики, которые стоят над ними, это САП, НАБУН, НЗК и ДБР, они все для меня одни, хотя там разные центры силы. Все эти ребята будут им очень сильно мешать. И та война спецслужб, которая продолжается у нас в стране, без общего центра управления полетами, она может привести к вот этим вот событиям на политическом бомонде, когда они реально посыпятся. А бенефициарами от этого дела выступят, конечно же, монолитная сейчас ОПЗЖ, Тимошенко немножко поднимется по этому поводу, но очень интересные будут новые проекты, которые сейчас ударными темпами начинают создаваться. От линии Шария, которая будет получать подпитку, и информационное влияние все больше и шире, до еще одних новых проектов, о них мы поговорим когда-нибудь потом. Но это очень интересные подходы.